Твиттер The Heyman Knights, публикующий новости и мемы на боксерскую тематику, в шуточной форме сравнила популярность в Великобритании местного боксера Билли Джо Сандерса и казахстанца Геннадия Головкина. Неловко это когда Triple G приезжает в твою страну и на своей тренировке собирает ликующую толпу болельщиков, чем ты на своих боях. Инстаграм Fino Boxing опубликовала пост, посвященный предстоящему бою Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом. «Жаждущий крови Головкин придет 18 марта», — гласит запись. Бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе Pay-Per-View. Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Брэндон Риос посоветовал Мэнни Пакьяо перейти в вес Головкина и Канело. «У меня нет никакого неуважения к Мэнни, но я не думаю, что остался кто-то для него в его категории, если только он не поднимется в весе, чтобы биться с Канело или Трипл G. Это единственный выход. Кроме того, я не вижу никого другого для него».